А сейчас, да, я бы хотела пригласить на эту сцену Дмитрия из студии Chart. Welcome to the stage. Дима хотел бы вручить призы от себя, верно? Ну, от всей студии, ну, от тебя. Ты есть студия, мы есть студия. Да, ребята, всем привет. Хорошо. Честно говоря, я с балкона смотрел, вон там все номера вместе с вами, они были все невероятные. Так ведь? Да, и также на протяжении всего сезона наша студия поддерживала приятными призами всех участников и старалась помогать вам развиваться. И этот вечер не исключение, и поэтому мы хотим вручить несколько приятностей и... Покажи. Вот так вот покажи. Извините за фальцет. Да, потому что, честно говоря, этот номер нам очень понравился, понравился всей команде студии. Мы хотели бы вручить сертификат на 10 тысяч рублей на все, что связано со съемками, чтобы этот номер могли увидеть все еще раз, желающие на Ютубе, ВКонтакте, где угодно. И это команда Take Blood! Аплодисменты! Потрясающие зеленые ребята, где же вы? Спецприз от студии Chart. Ребята, Take Blood. Take Blood. Быстро кто-нибудь. На сцену. Один хотя бы кто-нибудь. Быстренько, хоть быстренько, кто-то. Быстренько. Боже, что? Что медлите? Забирайте. 10 тысяч на дороге не валяются. Так, что такое? А, ты не Take Blood? Вы Take Blood? Поздравляем. Давайте, ребята, еще раз поздравим Take Blood. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, Дима. Пока-пока. Спасибо, Take Blood. Поздравляем. Ну, и для награждения победителей мы приглашаем нашу уважаемую жюри. Жюри на сцену быстро. Громче. А ну, повыходили все сюда на расстрел. Ну-ка, быстро все в рядок встали. Вот посерединке встаем в рядок. Вот они, вот измученные, они. Измученные, уставшие. И мы даем им слово. Кто с кого первый? Начнем? Давайте, Special Battle, держите. Maybe Baby. Всем привет! Спасибо, давайте похлопаем организаторам за такое прекрасное мероприятие и что мы все вместе собрались в этом зале. Похлопаем! На самом деле было очень сложно журить. Мне кажется, это один из сильнейших батлов. Было очень круто на спешле. Мне кажется, я слишком высокие оценки всем ставила. Вот. Было клево. Вы огромные молодцы. Похлопаем. Всем большое спасибо. Было замечательно и очень интересно наблюдать за такими классными номерами и классными историями. Все, я. Всем привет, друзья! Ребят, видеть, как вы вкладываете свою душу в творчество и как вы делитесь этим творчеством, это то, за что я больше всего благодарна нашим этим мероприятиям. Потому что это такая уникальная возможность не только, во-первых, показать себя, да, но и вдохновить кого-то и вдохновиться от кого-то. Ребят, то, что сегодня здесь на этой сцене происходило, я в шоке, как она все еще здесь вообще держится. Потому что тот уровень и те какие-то просто невообразимейшие постановки, которые здесь сегодня были и которые я наблюдала, я не знаю, мне кажется, не существует таких слов, чтобы описать, насколько это было вау. Это реально было вау. Спасибо вам огромное, вы суперские. Я обожаю наш фандом, я обожаю питерских ребят, всех просто, я очень сильно вас люблю. Но не тебя, тебя так, может быть, где-то в последнюю очередь. Да.
Вот. Реально, спасибо за творчество, спасибо, что вы делитесь им, спасибо, что вы идете где-то на какие-то риски, да, пробуете что-то, что еще не делал никто. Спасибо, спасибо, что вы это развиваете, спасибо, что вы это делаете, спасибо, что вы вообще есть, потому что если бы не вы, люди, которые горят танцем, хотят танцевать, хотят показать свою историю, этого всего бы не было просто. Все, я расчувствовала. Спасибо огромное вам всем. Спасибо. Ну а сейчас, так как вы все сказали, мы переходим к самому главному, верно? А? Ну? Давай. Итак, первое место, по мнению жюри, в Special Stage The Greatest Show занимает команда... Joy B! Победитель по оценке зрителей. Внимание. Zero Less. Хорошо, теперь переходим к результатам финала 4-го сезона. И начинаем мы со зрителей. И это команда ASAP! 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 ASAP!
Громкие аплодисменты, ребят! Чиз! Веру просто зажали. Ты как старый мем вот этот вот. Пикап-мастер. Расходимся, расходимся, расходимся. Бачок, бачок, давайте. Месье жюри, что-то Дэн, ты всех растолкал. Вообще, щемят и щемят. Ну и победитель по оценкам жюри. Барабанная дробь. Сан Май! Молодцы! 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 Это у нас Сан Май, победители по жюри. А вы деньги заберете? А деньги? А фотка, фотка, быстренько, фотка, быстрей, быстрей фотка. Громче, громче! И это наши сегодняшние победители. Вот они, слева направо и справа налево. Аплодисменты! Всем спасибо! Вы все огромные молодцы. Спасибо, зрители, за вашу поддержку. Спасибо, участники, за ваши выступления прекрасные. Увидимся в следующем сезоне. Всем пока!